Всем привет, с вами Лера. Вы смотрите второй выпуск «Ргуфк Смит Челлендж. Упорство и мощь против расчетливости и маневренности. Кафедра хоккея против кафедры конькобежного спорта». Встречайте наших участниц. В первом челлендже нашим спортсменкам предстоит пробежать на скорость 2 круга по льду. Победу одержит участница, пробежавшая всю дистанцию быстрее оппонентки. Второй челлендж перенесет наших спортсменок в формат челночного бега на льду. Переходим к третьему челленджу, который будет являть собой стандартную змейку. Кто окажется быстрее, тот и победит. По итогам трех челленджей у нас победила Юля, кафедра хоккея. Все, супер. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Вступайте в наши соцсети, делитесь этим роликом с друзьями. С вами была Лера, с вами был Ргуфк Смит Челлендж. Всем пока! Отлично.